предупредить, пресечь, раскрыть преступления и административные правонарушения. Самарские полицейские провели масштабные рейды. Здесь были представители службы ГИБДД, службы патрульно-постовой. Также сегодня в нарядах задействованы кинологические службы, службы специального реагирования. Они выполняют свою повседневную задачу, то есть до них доведена оперативная информация, оперативная обстановка по городу. Проводим мероприятие «Правопорядок». Хотим, чтобы на территории города Самара наши жители чувствовали себя спокойно. Инспекторов ГИБДД разместили на всех основных городских магистралях. Водителей проверяли не только на алкогольное или наркотическое опьянение. Наказывали даже за грязные номера. С неадекватными гражданами беседовали росгвардейцы. Все в порядке у вас? Причем ничего не перевозится. Соблюдайте правила дорожного движения, все это плохо. Под надзором инспекторов по делам несовершеннолетних в дни рейдов оказались и семьи, где проживают трудные подростки. С ними и их родителями проводились профилактические беседы. Недобросовестных родителей привлекали к административной ответственности. Детям предлагали записаться в бесплатные спортивные и творческие секции. У нас есть перечень ближайших секций, которые вот здесь вот находятся именно к нему дома, чтобы ребенку было удобно дойти от дома до секции. Это нам предоставляет департамент образования, с КДН у нас есть информации, то есть все, что возможно ребенку дать в плане дополнительного образования, помимо школы, чтобы он не гулял на улице просто так, а чтобы он занялся чем-то. То есть мы всегда рассказываем, интересуется, если ребенок, даем телефоны, все контакты, если нужно, звоним сами. Отдельно в ходе рейдов затронули тему, которая касается мошенничества по телефону. Чтобы уберечь людей от подобного рода звонков, участковые совместно с общественниками проводят профилактические беседы с людьми, которые попадают в зону риска. В основном это граждане преклонного возраста. После проведения профилактики уже стали меньше граждан реагировать на данную ситуацию. Кроме того, спецгруппы полицейских проверяли по месту жительства условно осужденных, пресекали незаконную продажу алкогольной продукции. Было изъято более 180 литров контрафакта. Составлены протоколы об административном правонарушении. Также были проведены рейды по нарушению миграционного законодательства. Задержаны более 20 граждан, проживающих в городе нелегально. Светлана Тимофеева, Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.